5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы идем на рейд базы Player 7383. Я рейдил эту базу буквально недавно, может, недели две прошло, может, неделя. В общем, интересная база, понадобится одна сишечка. И мы найдем 4 огнестрела. Как я и говорил, ломаем мы вот здесь. Маленький ящичек ищем. И потом взрываем одну стеночку. Хоба. И вот здесь вот взрываем. Нет, это рубить не обязательно. Ну и избавляемся, конечно же, от зомбарей, как всегда. Так, в этом ящике у нас огнестрел, как и в прошлый раз. Кстати, фильтры здесь уже. А не в том маленьком ящике, как было в прошлый раз. Можно это, в принципе, а все заберу. Что мне мелочиться там. И здесь у нас, опа, заметьте, броня сейчас целая. Ну, не в плане, что она не покрасная была, а именно целый сет брони. Раньше, ну, именно раньше, в тот раз не хватало, по-моему, штанов или башмаков, точно не помню. А это у меня украли. Вот это то, что у меня украли. И, возможно, я найду еще часть того лута, который у меня сперли. Давайте зомбарей сюда позову, чтобы они мне не мешались там. Я просто не знаю, что я там смогу найти. Но мне надо время на отход. Минимальное буквально время. Все. А, изи. Ой, о, нифига себе. А, ну да, логично, вторая волна пришла. Так, пика-пика пустой. Пустой. Ну, все, уходим. В принципе, потратили одну сиху, нашли 4 огнестрела, плюс один сет брони спецвойск. Ну и часть лута, которую у меня украли. В принципе, все прошло довольно-таки хорошо. Ну а на этом все. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.